Добрый день, дорогие друзья! Продолжаю я вышивать елочные игрушки от Dimensions. Сейчас я работаю над третьей игрушечкой и закончила я вышивать крестики и полукрестики. Решила показать вам промежуточный вариант, пока еще без бэка, потому что мне хочется, чтобы вы сравнили, как эта игрушечка будет выглядеть до и после. И буду сейчас приступать к бэкстич, французским узелкам, и также в этой работе будет присутствовать выкладная нить. Покажу вам на картинке превью, как это выглядит игрушка. Здесь магазин подарков и такая семейная пара с ребеночком, куда-то идут гости. Очень интересно. По картинке превью это пятая игрушка. А по схеме это игрушка третья. Вот. Таким значком обозначается номер игрушки. Этот значок нужен, когда я вышиваю бэкстич и выкладную нить. И там одинаковые цвета в ключе, но они распределены по номерам игрушек. Зачеркиваю я схему простым карандашом. Потом, когда отшиваю крестики и полукрестики, я этот карандаш вытираю, и мне хорошо видно схема бэкстич и французских узелков. Схема очень мелкая, ну уже, конечно, я привыкла на третьей игрушке к ней. В общем, вот так она выглядит. Ну и если хотите посмеяться, я вам покажу схему, которая специально для бэкстича. Вот она настолько мелкая, что тут вообще ничего непонятно и невозможно разглядеть. Ну, конечно, я ей не пользуюсь. И еще вам покажу игрушки, которые вышила ранее. Это еще две красоты. Такие они прекрасные. Видно, как они отличаются. Третья игрушечка такая еще размытая, а эти две игрушки уже четкие и красивые. Но Dimension славится своим бэком, он подчеркивает красоту. Вышью я сразу все шесть игрушек и потом уже буду их оформлять. Увидимся с вами через секунду, и я покажу уже готовый результат. Ну и вот третья игрушка вышита. Очень мне нравится, как преобразилась она. Бэкстич добавил четкости мелким деталям. Бэкстич выполнялся очень сложно, потому что он шел здесь практически в каждую клеточку, и его очень много и разными цветами. Выделялся забор, окошки, крыша дома, веночек. И, конечно же, наша семейная парочка. Очень много тоже французиков здесь. И в веночке, и вот снежинки. Нравится мне эффект такого дымка с трубы идет. Небо очень красивое. Ну и, конечно же, была выкладная нить на платье девушки и на вывеске. Красиво получилось. Очень я довольна. Три игрушки готовы. Половина работы. Еще осталось три игрушечки. И покажу вам три игрушечки вместе. Сейчас я буду перекручивать канву, и их уже не будет так видно. Очень красивые. В каждой игрушке своя история, своя сказка. Но Новый год для нас всегда является чем-то необычным, сказочным, когда мы загадываем желание. Каждую игрушечку покажу еще поближе. Очень нравится мне, как проработан здесь снег, крыши домов. И настолько мелкие детали, но очень все четко и красиво. Ну а на сегодня все. Продолжаю вышивать. До новых встреч!